одна из самых бегающих пород собак хаски. Ей около 1,5 лет. Она потеряшка, найдена осенью прошлого года. И все это время находится в приюте. Собака стерилизованная, привитая, чистенькая, обработанная от всех паразитов, от глистов, от клещей, готова к отдаче. И даже уже один раз ее брали осенью из приюта, но вернули по независящим от нее причинам. У хозяев началась аллергия через 2 дня. Лавина ждет своего нового хозяина в приюте «Надежда». Обращаться 8-927-604-44-84.